Реалити-проект «Звездочки экрана» — это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чад на абсолютно новый уровень — уровень высоты и таланта стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом M-Television, пришли участники в возрасте от 4 до 12 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Однако до финала проекта дойдут лишь 10 претендентов, по мнению членов жюри, а победителя определят зрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала M-Television. Вы можете присоединиться к телепроекту в любое время. Справки по телефону 272 55 55, либо 8 917 36 99 99 9. Не толкаемся! Хорошо. На старт, внимание, марш. Резиновая, желто-зеленая, стоит. Что еще одеваешь летом? Что? Вы, друзья, удивились? Вам вдруг стало непонятно, о чем говорит она? Это наша звезда Карина. Так вот, про бассейн говорила, да-да-да. А почему про бассейн? Да потому что мы любим спортивные занятия. У нас спортивные занятия самые увлекательные, да? Ведь мы... Звездочки экрана. Я инструктор по плаванию, фитнес Менделеев. Ну что, начинаем плавать? Но ногами брызги делаем, чтобы брызги от ножек были. Руками держимся и руками грибочки делаем. Большой круг рукой рисуем, потом второй, по очереди руки работают. Плывем красиво. Ножками работаем, руками помогаем себе продвигать себя вперед. Одной рукой за кругляшочек держимся. Рука с движком впереди, вторая рука внизу. Голову на ручку положить и плывем на боку. Так, хватит брызгаться, плывем на боку. Так, сейчас еще одно новое движение. Внимательно смотрим, оно будет совершенно другое. Вы до этого ногами работали, ноги прямые были по очереди. Теперь надо ногами вместе работать. Представляете, как русалка плавает? Вот. Посмотреть внимательно. Сейчас буду покажу, потом поплывете. Стойте, стойте. Показываю одной ногой, но вы делаете это двумя. Смотрите. Движение вот от живота начинается. Вот. Раз. Раз. Только двумя ногами одновременно. Ноги вместе. Как хвостик у рыбки. Двумя руками за кругляшок держимся. Только на спине лежим, ручки наверху. Раз, раз, на спине плывем. Аккуратней дистанцию соблюдаем, не торопимся. Даем отплыть друг другу. Что-то не все доплыли. Сейчас плывем. И руками мельницы работаем. Как можно быстрее ручками крутим. Руки прямые. Да, плывем обязательно красиво. На красоту. Понятно? Один. Два. Два с половиной. Два с ниточкой. Ниточка рвется. Иголочка ломается. Три. Молодец. Успел. Прыгаем. Значит, первый раз прыгаем. Кто как умеет, тот так и прыгает. Прыгаем по команде.
Кто без команды прыгает, тот не прыгает вообще. Как хочешь. Все, прыгаем. Оп. Сейчас научимся. Так ли? Сейчас прыгаем. Как можно дальше вперед. Только с места разбегаться нельзя. Вот. Прыгай. Оп. Почти. Вот. Надо, чтобы руки ниже были. Тогда животом не будете ударяться. Чуть-чуть коленочки согни. Голову спрячь. Все, начинай падать. Стоп, нет. Толкнуться надо будет. Выпрямляйся, толкайся. Прыгай. Оп. Ударилась? Или нет? Животом ударилась? Давай. Вот, молодец. Почти правильно. Сильнее толкаться только надо. Давай. Ниже, ближе подойди, ближе. Еще ближе. Еще. Наклонись сильнее, сильнее наклонись. Нет, попу наверх, голову вниз. Наверх, попу вниз. Вот, давай. Сегодня все позанимались очень хорошо. Всех все получается. От каждого занятия прям видно прогресс. С ногами хорошо все стали плавать, руками. Все прыгают, не боятся. Но особенно я хотел сегодня отметить Радмилу и Настю. Вот, они очень хорошо занимались. А лучше всех остальных, так сказать. Я вас приглашаю на занятия. Приходите ко мне заниматься, учиться плавать, худеть, становиться здоровее, красивее, умнее. Байгурина Радмила, 10 лет. Радмила – спортивная девочка, занимается хип-хоп танцами и фехтованием. Также она любит читать стихи перед своей семьей. Мастерить кукол, шить одежду для них и делать мебель – это то, чем занимается она с удовольствием, ведь она считает это своим хобби и будущим, так как очень хочет стать дизайнером. Пришла на проект, чтобы раскрепоститься и уверенно чувствовать себя перед публикой. Вы спросите, ну кто же я? Да. Я Люся. Ой, никого я не боюсь. А еще я люблю с девчонками, с мальчишками весело играть. А еще дари свое хорошее настроение и также делай веселые уроки. Игротехника, друзья, где мы учимся играть и своих друзей развлекать. Мусор сюда бросаем, бумажечки не бросаем, песочек сыпем, но картинку прямо ставим один сюда. У тебя красненький будет контур? Вот тогда вот прям ставь и сыпь прям сверху. Не бойся, прям вот что, давай, бери. И вот так прям, и сыпь. Чтобы песок, видишь, как он прилипает сразу. Вот, смотри. Вот видишь, может прям не бояться сыпать вот еще. Вот, и вот, вот видишь, как делать, Вера. Вот сюда кидай. Хорошо? Давай, да. Иголочку можно пока в тарелочку, где песочек. Готовы? Только песочек обратно в тарелочку высыпайте. Ладно? А ты контур-то сделай. Контур-то ты что не снял-то? Надо же иголочку взять, смотри. Иголочку вон в песочек пока поставь. Вот так вот берешь. Вот, видишь, вот там получается клей. Это мученый. Это не то, что другой. Вот аккуратно снимаешь, чтобы другие колеса не снялись, а? Тихонько. Вот, теперь сыпь. Вот это туда выбрасываем. Все, вот теперь сыпь. Вот прям над этим сыпь. Сыпь прям на нее. Побольше сыпь. Давай, можно давай. Еще другие? Вот, вот, можно с другим. Видишь, как? И привет. Да, и стряхивайте. Можно меняться. Только стряхиваем прямо в тарелочку, ладно? Только если вы смешиваете цвета, вот Маша, ты тоже можешь поделать. Походить вон, возьми. Только песок сразу тарелочку высыпаем, ладно? Ой, только на тарелочку, прям насыпь вот прям. А вот это как раз. Давай, чего тебе? Можно, снимай сам.
Контур снимай. Вот давай я тебе покажу. Давай покажу. Дай иголочку. Вот иголочка. Вот смотри, давай, что сделаем? Вот этот маленький глазки давай сделаем, да? Вот раз, да. Сняли. Раз, сняли. Теперь какие глазки будем делать? Розовые. Розовые, все, давай, все перейдем. Розовые. На, танка нету больше, держи. Давай, делай. На, ложка. У кого еще есть, Радмил? Сейчас вот я ей ковырну. Ты ковырнула? Давай. Вот здесь давай колеса делать. Вот, видишь, каждое колесо снимай, делай. Звездочку делай, танкиста. Все-все делается. Мы делаем веселые картинки из разноцветного песка. Если, друзья, вы не знаете, чем занять своих друзей на праздник, то вот, вот такая вот идея у нас, наши звездочки экрана, делать там веселые разноцветные картинки из разноцветного песка специально для детей. А еще эти картинки можно будет потом покрасить лаком или просто в рамочку их поставить. И тогда у вас будет классный подарок в рамочке. Ты клей не снимай. Иголочкой аккуратненько цепляем, чтобы клей не зацепить, ладно? Все говорят, купи слона, а у нас Анастасия сама сделала разноцветного слона. Расскажи-ка, что это такое? Ну, это сказочный слон. А имя ему есть уже какое-нибудь? Пока не придумала. А ну, расскажи для него по секретику, из чего этот сказочный слон? Из волшебного песка. Так, слон из волшебного песка, из разноцветного. Ну, пока ты держишь волшебного слона из разноцветного песка, пожелай что-нибудь нашим друзьям, телезрителям. Желаю вам всего хорошего и поздравляю вас с наступающим 8 марта. О, мы поздравляем вас, друзья, и голосуем на сайте mtelevision.ru. А еще хотела бы поздравить свою маму и трех бабушек. 8 марта. О, так, друзья, мы поздравляем, конечно, мам, бабушек. И самый лучший подарочек, это сделано своими руками. Вот так, мы учимся, делаем и играем. Угу. Ну вот, друзья, мы с Лерой тут и вообще со всеми друзьями делаем волшебные картинки. Ну-ка расскажи, что это такое у тебя получается? У меня получилась овечка, пока я ее не доделала. Но я сейчас доделаю. Кто это овечка? Девочка, мальчик? Девочка. Девочка какая. Вот такие веселые овечки у нас получаются из белого картона. Мы превращаем в разноцветную картинку, да? Вот так, друзья, мы тут все стараемся, улыбаемся, и все у нас получается. Ведь мы... звездочки экрана. Вот так. Что делаем? Вон. Кто у тебя получается? Не знаю. Как не знаю? Что, не видно, что ли? То ли это Люся, то ли это кто? Кто это? Это котик. Ой! Ну покажи хоть вон, такой у нас кот. Оранжевый кот, оранжевое настроение. Ой, у нас 23 февраля было недавно. Но тема-то танков все равно у нас есть. Поэтому, Сабрин, расскажи, что делаем. Что ты делаешь? Тихо. Я делаю танк, но только я пока отрубаю некоторые частицы. А потом будет какой процесс? Потом буду разукрашивать. Чем? Песком, волшебным песком на нашем телепроектом «Звездочка экрана». Присоединяйтесь к нам, раз мальчишек мало. Вот так, давай, мальчишки, не стесняйтесь, бегите к нам, Сабрену друзья нужны. Да-да-да. Генеральный партнер «Баштел», услуги интернета и телевидения. Тартария «Амора Пицца». Клуб изучения иностранных языков English Boom, психолог Марина Иванова, детский продюсерский центр Витте, арт-студия Груша.